Всем добрый день, меня зовут Александра, я являюсь иммиграционным адвокатом компании Sterling Law, и сегодня мы обсудим визы Global Talent, так называемые визы таланта. Как вы, наверное, уже знаете, существует три основных направления по визе таланта. Это направление искусства, направление тех и направление науки. Наши клиенты стали намного чаще спрашивать, а какие же требования, особенно для визы в сфере науки. Мы сегодня о них поговорим. По визе таланта в сфере науки могут подаваться огромное количество аппликантов. От физиков, прикладной математики специалистов, до даже юристов и медицинских сотрудников. Вы можете к нам обратиться, и мы вам предоставим полный список профессий, которые могут пройти по визе таланта в сфере науки. Во-первых, чтобы получить визу таланта в сфере науки, вы должны быть активным деятелем в данной сфере в последнее время. Во-вторых, одним из главных условий – это наличие PhD. Аналогом может служить кандидатская или докторская диссертация, например, в странах СНГ. У вас уже есть PhD? Тогда идем дальше. Конечно, вам нужно будет предоставить свое резюме для визы, и одним из главных критериев это будет предоставление письма от человека-ученого в вашей области, который проживает в Великобритании, ну и, соответственно, в большинстве случаев он также ведет свою научную деятельность в Великобритании. Для наших клиентов из стран СНГ иногда это является проблемой. Но если вы уже какое-то время проживаете в Великобритании, переходите с одной визы на другую и планируете перейти на визу таланта, думаю, для вас это будет не проблема. Теперь нам надо будет определиться, по какой саб-категории мы идем. По так называемой подкатегории «Промис», то есть имеющий потенциал стать талантом и широко узнаваемой личностью в сфере науки, либо по категории самого таланта. Если вы все еще находитесь на ранней стадии своей научной карьеры, виза Global Promise для вас. Кроме CV и рекомендации от человека, ученого, проживающего в Великобритании, вам также необходимо будет показать, что в течение 5 последних лет у вас был fellowship либо в UK, либо какой-то престижный fellowship за границей. Если у вас уже многолетний опыт в данной сфере, можем попробовать податься на визу талант. Здесь, кроме вашего резюме, списка ваших научных публикаций, конференций и так далее, и рекомендации от ученого, проживающего в Британии, необходимо будет также предоставить одно из трех следующих подтверждений. Вариант номер один. Престижная награда в вашей области. Вариант номер два. Это наличие membership в какой-либо академии, либо в UK, либо за границей. Например, в Украине, в России, в Казахстане и других странах. Если у вас нет возможности предоставить подтверждение каких-либо известных наград в сфере науки, либо также нету никаких мембершипов в национальных академиях, можно будет предоставить второе дополнительное письмо от организации, которая базируется в UK, знает и занимается теми же вопросами в научной сфере, что и вы. Рекомендательное письмо. Данное рекомендательное письмо должно будет подписано старшим членом данной организации, например, директором, senior researcher и так далее. Существуют также ускоренные способы рассмотрения кандидатов на визу таланта, но они очень индивидуальны. Вы можете прислать ваше CV, и мы оценим ваши шансы. Как уже я указала, одной из проблем для наших русскоговорящих клиентов бывает и получение данных рекомендательных писем от организации людей, которые базируются в UK и имеют какую-то квалификацию в вашей сфере исследования. Вы всегда можете использовать свой network, какие-то connections, которые вы получили на конференциях, различных научных ивентах, чтобы получить рекомендации. Мы также сможем вам помочь обратиться в подобные организации и попросить референсы. Поэтому, если у вас есть PhD, вы хотите переехать в Великобританию и занимаетесь научной деятельностью, отсылайте нам CV, и мы вам поможем. Если у вас будут какие-то вопросы, связанные с другими аспектами миграционного права, вы также можете к нам обращаться. Спасибо за просмотр. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и ждите следующих серий от нас.